усіх, звичайно, жінки не змінюють своїх традицій. Тому перед новорічними святами, як завжди, ми відправили чоловіків у баню. Цього разу це банний комплекс «Дача», для того, щоб вони потеревеніли про своє, про наше, про жіноче, про чоловіче. І, звичайно, я не залишилась осторонь, буду це все дивитися і буду коментувати за кадром. І не одна зі своєю подругою-акушером-гінекологом Анією Гришко. Шановні та любі мужчинчики, ну це поки Коля. А про міря не спомінає? Шановні, любі мужчинчики. Якщо читаєте цього листа, це означає, що вам пощастило. На шару в баньку сходити. Ну як на шару, так. Да. І ви у жіночому ток-шоу 3G в листі. Вам бажаю гарненько попаритися, з'їсти рибки. Угу. Можна і? Як сказати, і рибки з'їсти, і з Колі посидіти. І в баньку сходити. Да. До речі, не забудьте сказати душаку, яка смачна риба з Фіми. Риба смачна з Фіми і випити. Давай, за Фіму, так, якраз ми його закрили на те місце, давай. Про самоізоляцію. Так, сьогодні ви головні герої. І будете відповідати на запитання найкращої частини світу. Кого? Нас, звичайно. Ні, то я готовий. Давай, перше. Щасти. Потім вже банька нагрілась, треба йти опять. Згадайте найсмішнішу історію знайомства з дівчиною. Ну, у мене багатий опит. Ну, ти тоді і починай. Мені не складно вибрати із. Ні, ну ми ж не знаємо, Коля, як ти виглядав раніше. Може, щось змінилось? Ти розкажеш, як ти знаєш? Ну, ти бачиш, у мене багатий опит. Взагалі, якби раз я... А, ну, кстати, на самом деле... Ти в кожній передачі розказуєш, ходиш по телеканалу... І розказуєш свою опит. Ну, я ударився... Я був на турніке і... Почему-то ушел. А почему? Потому что мы крутили вот эти, знаете, когда делаешь выход на две, а потом вот так раскачиваешься, опа. Ты по коленным бицухам подымаешь. Слышишь, делаешь вот одна, у тебя вот здесь на поясе, у тебя турничок, и ты делаешь типа переворот. Ты рассказываешь, а мне уже больно. Да, мне было очень больно, что я намотал на турничок, и вот, и шел домой, потому что уже все, не мог заниматься больше. И встретил, добре, что ешь, и намотал. И встретил девчонок. Нет, ты понимаешь, ты своих бывших называешь турничок, но нам не надо рассказывать, как ты намотал. Расскажи про знакомых. Правильно говорит, я шел домой, встретил двух девах, которые гуляли, я их позвал рвать, воровать черешни, и вот так вот воруем черешни много лет. Так это смешная история. Короче говоря, мы все время говорим слава яйцам, что мы вот так вот так случилось, что мы познакомились. Ну давайте зазнаемся, давай. Возле копилки появился только фонтанчик. Сидят девушки. Ну, типа как, мы были знакомы, но не знакомы. Достаточно недавно это было, судя по всему. Ну, и мне не 84. А, я просто тебя равняюсь с собой. Ну. Одноклассник. Мы списались с девушками, решили познакомиться, подходим. Я такой, человек инкогнито, и подхожу к ним, они такие там. Меня так-то зовут, меня так-то. Я такой, меня Рой. Как? Рой. А, Рой? Они такие, Рой? Я такой, Рой. Гема, Рой. И все посмеялись. Пау-пау-панч-панч. Все так классно, шут. Якщо жінки курять після сексу, бо їм добре, а чоловіки навіщо тоді? Я не курю. Ти куриш? Я не. Я не п'ю і не курю. Ну я не знаю. Та вони ж засипають одразу. Вони ж одразу засипають, вони ж не можуть не курити. Вони уснули. Що дівчатки після секса курять, це міф. Тому що вони не курять. А такі думають, господи, що це було? Звісно, було. Що це було і де я нахожусь? Мені здається, що у кожної середньостатистичної дівчини таке було. Могу сказати, що з 10 у 5, це так, як пацієнтки розказують, це так і є. Вони іноді просну, лежать і думають, боже мій, ну що мене сюди занесло? Зачем? Зачем все це було? Я когда-то подслушав в під'їзді, подслушав, як люди займаються сексом. Возбуждаються, наверное. Ну, мне было, наверное, лет 17, что ли, тогда. И они... Что-то был секс. Вот послушайте, чем заканчивается вообще секс? Мы-то думаем, что он как заканчивается. Как на известных каналах. Конечно, не было. Не надо было. Однокомнатная квартира. Диванчик стоит рядом, возле двери. Не надо было даже вот так делать. Все было отлично слышно. И вот у них все закончилось. Как-то быстро, не знаю, может, я пришел уже на концовочку. И она куда-то пошла, судя по всему, было слышно, все, ну, вроде не в коридоре, я с ними был. А он ей кричит. Тройничок, чтобы ты заплатил. Она ему говорит, как тебе? Он говорит,
Ой, хорошо, ты мне сигареты купила. Вот, ну, вот, наверное, курят после секса мужики. Если им женщина покупает сигареты. Может, это такса такая была? Может быть. Ну, не собака, в смысле. Ну, а представь, как бы он удивился, если его, он такой говорит, тебе понравилось, а ты из-за двери. Да, да. Да, понравилось. Да, да, нормалек. Повтори. Сигарет дать, братан. Я поставлю эту квартиру в закладке. Потом переименую папку и спрячу ее. Крестик такой, так. Будем, у вас не было таких историй. Вы никогда в бане не заглядывали. Да у нас интернет был просто уже. Вить, ну мы же не с 60-го года рождения. В баню заглядывали. Да. Ну, ну что? У нас уже порнушка была записана на кассетах. На скрытую папку и переименована. На рабочую папку. Я тебе одно могу сказать. Первый раз я такие фильмы посмотрела на третьем курсе. Медунивакадемии. Блін, надо, до речі, було запитати у них про порнушку. От реально. Пограємо у гру. Продовжіть речення. Найстрашніше, що у мене було з жінкою, це... Ну, кожна свадьба. Хорошо, найстрашніше, що в мене було з жінкою, це герпес. Ти серйозно? Один на двох, так. Смотри, наконец-то что-то будет более-менее. Да, такое нашел что-то общее. Найстрашнейшее. А вот наистрашнейшее, это должно касаться меня или нас, или ее? Это я думаю, что у тебя была женщина. У тебя была какая-то история, после которой тебе стало страшно? Ну, если честно, у меня теперь фобия. Когда-то, ну там, когда был не таким взрослым, как сейчас. Сопля. Знаешь, сидим на лавочке, там, носиками, как говорит Виталик, делаем. Виталик? Сидим с Виталиком, говорит Виталик. Ну, ну, целуемся. С носиками. И тут я замечаю серу в ушах. И я после этого сказал, что мне надо уходить срочно. Яка чудова история. Цьому можно вимикати. Треба перевіряти тепер. Ти представляєш, яка фобія. А що ти намотався на спичку? Я не смог. Серйозно. Так, вот якщо це про страшне, вот для мене це тепер найбільший страх. Це як на долизати, коротше, щоб в ухо її так побачити. Короче, що там сіра? Вона просто йому, вона вища була. Вот, и он просто стоял и смотрел ей в ухо, получается, все время. Она как корреспонденция просто была, у нее тут нос, а тут рот был. А ты не мог там, кстати? Я смотрел ей не в глаза, а в ухо. Ты не мог ей там, ну, пробку там вытащить просто и все, как шампанское, стрельнуло бы. Может, она бы слышала, может, она полжизни разговаривает, ну, что она в ухо не мает. Мы говорим про страшную историю, для меня это страшная история, это у меня фобия какие-то. Блин, я тебе говорю, даже когда вот... До знакомства с женой я такой сначала подходил, заглянул, все нормально, а ну туда можно говорить, Рой. Заглянул и увидел другую сторону улицы, да? Нормально, нормально. Тут нормально. Происшествие не предвидится. Нет, у меня ужасная история, когда я был маленьким. Ужаснее, чем это. Да, то же самое, как и с носом. Смотри, я тебе скажу, есть такой страх вообще, опять про секс. Я когда был маленьким, я помню, я рассказывал вам эту историю в других программах, по которым я хожу. Скоро будет Фазенда с Виктором. Ну просто когда мне было лет 12, наверное, старшики напугали, что когда у меня будет с девушкой что-то, она будет кусать. Если я вдруг кто-то попаду ей на живот, то может прогореть. Да, ти зрозумів, що у чоловіках у голові, що вони переживають, що там щось. О, Боже. Ну, такої ще варіанти я не Вітя, слышала. Вітя, я не очікувала цього. Там дырку прошить, може. Це було страшно, я довго об этом думав, чесно говоря. І коли у мене перший раз було, я боявся. Главное, ну, это роскошная история. В каждом дворе было такое. Я как начну рассказывать страшные истории, мы-то не видели ничего в своей жизни. Якщо жінка заснула під час сексу з вами, що будете робити? Вияснити, чого заснула? Ви не бачили? Я б не бачив, чесно. Если... А ти мене любиш? Розбудив би тебе і спросив би, знаєш, на зло іменно. А ти мене любиш? А ти зі мною будеш? Ага. Я не знаю. Аби семечки не їла, пускай спів. Ну що? В постелі просто. Ну да. Аби не курила в постелі, заснет, не дай бог, ще, понимаешь?
І що, загорім ще вдвоєм? Ну, от в тебе було, що ти засинала під час сексу? Було. І в мене було. І що чоловік тоді робив? А ми розвілись. Бо ти засинала постійно? Я просто предлагаю пофантазировать на эту тему. Что будет? По-моему, это самый прекрасный момент, когда тебе не надо ничего уже исполнять, придумать. Все уже, все делай, что хочешь. А я, может, наоборот, вдруг это моя фантазия сексуальная, чтобы она заснула. И ты такой, сокровище. Такое бревно. Я Ленин, тогда я Ленин. Что хочешь робить? Ты хочешь представлять, что она уже умерла? Не спит. Просто спит, сладко спит. С открытыми глазами ты и так было, раз. Ты погнал. Сексуальная фантазия свою упала. Есть свой плюс. Вот она заснула, а вдруг она себе представляет кого-то лучше, чем ты. Так она может. Она может и не спать, чтобы представлять лучше, чем ты. Зачем спать? Бицеп напрягайся, Рим. И душненько у вас. Давайте выберем за то, чтобы не спал никто під час сексу, бо це щось не то. Секс-символ у підлітковому віці. Душа ще таки, так, Надежда Крупська, я вже не маю. Я видел вообще. Надежда Крупська, ти видел? Каким секс-символом вона може бути? Не, ну вона ж твоя класуха. Судя по твоєму возрасту. Вона моя однокласниця. Так, секс-символ у підлітковому віці. Ну, зараз у нас різне покоління. Разные секс-символы. Я последним скажу. Я попытаюсь вспомнить их, как ее зовут. Этот, Брежнева? Жена Брежнева? А кто ее знал? Не, ну у меня есть, если так далеко не ходить и брать прям, смотря с какого она. Ну подожди, за вчера было. Район Мерлоуз, Беверли-Хиллз. Кто там? О, вот Беверли-Хиллз. Любая из любого. Это тоже любая из любого. Ведьмы. Я помню, что я так любила усі жінки-відьми. Я постійно дивилась на них і думала, як я хочу мати таку супросилу, так типу пів-пів, там чоловіків, там щось там робити. А я как-то по-трошковому того не думала. У мене как-то або Брэд Піт, або Брэд Піт. Ну слухай, ну тобі що, не подобався Брэд Піт? Ні. У мене Баффі винищувачка. Баффі винищувачка, кстати, така дівчинка. Ні, мені Баффі не дуже подобається. Ми починаємо говорити вже якісь. Ні, насправді це, коротше, біленька із ліцея. Ось, осінь, осінь. Косоглазий тебе? Ну давай. Ні, косоглазий на Ірмонік грав, не попадає. Не, которая типа... А в кадетах тебе нравилось? Там препод. Пацаны были вообще. Не, препод. Кадеты — это молодежь. Ты можешь пока попарить. Да я знаю, какие кадеты, кадетство. Кадеты, понял? Кадеты для нас, как для наших детей, тикток, понял? Молодежно, модно, стильно. Мне очень нравилось... Та, которая в 9,5 недель, как это снялась? Ой, это не именно, это не фильм 47-го года. 47-го года фильм. Про войну, кто скажет, про окончание войны. Звали? Ну, да. Который с ней был. Бессенджер. Ким Бессенджер. У меня плакат на стене висел. Она снимала с себя там, кофточку. И но не до конца. И видно было, нет, видно была только грудь, но она была в белье. И это почему-то было так, так сексуально слушание. Вообще. Невероятно она на тот момент была сексуальна. Вот когда вот столько отстается, и ты такой, ты можешь себе представить? Нет, там уже все вот снято, там уже снято именно. Вот именно как-то так было все очень, очень, да. Да. Это было прям замечательно. Значит, у тебя Ким Бессенджер, а у нас... Да, но именно на тот момент. Баффи вынащивочка вампир. Угу. Нет, а потом я стал педофилом. Педофилом и увидел вдруг эту Гермиону. Уже в фильме во взрослом она играет какую-то на порнхабе, да? Какой-то одноклассник у кого-то, какой-то фильм. Она там уже взрослая девочка. Она вот она прям очень сексуальная такая деваха. Прям ну, очень. Вообще она типа с третьей серии приехала в четвертую уже очень. Нет, в третьей серии типа девочка, ничего. А в четвертой уже оп. Женщина, может быть. Я не знаю. Я не вижу. И Гарри Поттер, и... Да, я же не настолько и Рон, остолбенее. И... Ну все, включил. Затронул живую тему, сейчас начнемся. В комнату для мальчиков. Давай. Не, ну Гермиона, да, ничего так, нормально. Битися об скали чи плити по хвилям? І чому? Толстухи или худюхи? Худюхи. Блин, а я реально думав філософствувати зараз там. Конечно, битися. Жизнь сложна, и мы плывем в буре. Вода без... Короче, вам по толстухе, да? Нет.
Давай. Я вообще не знаю, это Катя зачем такой вопрос задала? Конечно, лучше стукатися хребтами. Да? Да. Просто я взагалі зазвичай думаю, що це, ну, на, як там кажуть, на вкус і цвіт фломастери різні. Комусь подобаються утілля, комусь подобаються такі скелети. Да, такое есть, и я очень часто на работе сталкиваюсь, потому что сейчас пропаганда похудений, уменьшения веса очень актуальна, и есть иногда пациентки, которые говорят о том, что, ну, моему мужчине нравится. Чего вы постоянно переводите все на секс? Битися об скалы, чи плити по хвилі? Це ж філософське питання. Это философство, типа, да, конечно. Думаешь, да? Та ти сразу, типа, толстухи. Видишь, это значит, у тебя голодівка. Ні, ти просто знаєте вираження. Ну, тут ні одного питання немає про... Да, я знаю це вираження. Це ти сразу викручуєш. Ну, хорошо, не... хорошо, давайте зона комфорта или зона дискомфорта. Так можна? З точки зрения бізнесу це розцінювати. Біться о скали – це значить пытаться пробить какую-то непреодолимую стену. А плыть по волнам, плыть по течению, быть таким амебой, как тушестый, например. Если в таком плане, то биться об скалы как минимум интереснее. Да ни хрена. Такая скала, тут такая. Да, это все зоны комфорта придумали инфо-цыгане, чтобы нам было тяжелее жить просто, и все. Зона комфорта – это прекрасно. Вообще лучше бухта, конечно. Заходите в бухту постоянно. С открытого моря в бухту. Ну, кожен моряк плаває по різним бухтам, а потім знаходить свою бухту одну. В різних портах різні моряки бувають. Да. Заходять в різний порт, так? Да? І портові шлюхи. І курять там, так? Да? І курять. Прямо ти я люблю їсти кожен на борту. От, наприклад, ми з тобою, ми постійно хочемо схуднути. Ну, ми постійно спортзал, дієти, дієти, дієти. Ні, ну, у мене не дієта. Ми хочемо подобати, ну, типу, ми ж хочемо подобатись чоловікам. Ми хочемо нравитися жінкам, не мужчинам. Чего це ми хочемо? Потому что мы соперницы, мы друг другу хотим, вот я так это. Так возьми. Якщо ти схудеш на 10 кілограмів, ну мені, ну, мені буде без тебе. Тебе буде. Ти красотка, молодець, у мене не буде такого. О, вона скинула, мені ми зараз ходимо в маски, а маска проблема що? У нас вся помада на маски. Для кого красим? Для себе. Розмір має значення для вас. Чому для чоловіків це так важливо? Размер? Для меня вообще не имеет значения, какой у вас размер. Вот если честно. Вообще точно, 100%. XXL. Ну, я взагалі думала, що це питання буде, типу, мало, багато, розмір там який. Ну, як гінеколог опять, узка, широка. А ти подумала про те, що подумали вони. Ну, розмір для нас має значення чи ні? Мені кажеться, що це жінки самі видумали цю та ні, історію. Історію про те, що ми паримося по поводу... Стопудово паряться всі. Стопудово, я уверен, що всі мужики вважають, що у них самий красивий. Так це ж не парень. Це моя фраза, у мене маленький, но красивий. Да? Видиш? Ну ладно, как минимум ти реально оцінюєш свої сили. Как минимум симпатичний. Бог, когда Колю ліпив, глини не хватило, блин. Не-не-не. Сделаю хоть пластилинчик. Не, так, это не так. Вот так вылепил меня. Вот он такой... Заберу, чтобы бородами росла. Как снеговичков лепят и носики. Да, да, да. Тинь прижали, вот мне так тинь. Слава богу, что не морковку. Семечку такую, он семечки узкого, семечку вставил. И все. Зерно, думаю, проросте. Проросте, а оно зима была, а снега не выпало и не проросло. Летний родился, чувак, просто вообще. Согласен. Нет, для мужиков, наверное, они все зациклены, мне кажется, на этих, на тем, какой у них. Нравится он девушкам или не нравится. По-моему, девчатам нравится. Симпатичнее этого достаточно. Да. Ну все, ты как. А что, ты бы хоть раз сказала, что симпатичнее? Ну ми ж жінки, ми ж про це говоримо, слухай. Ну, ми завжди говоримо. Там, типу, умого там такий, а умого такий. Да, ми з подружками обсуждаємо. Не, ну не красивий, конечно. Знаєш, як дівчатки обычно говорять? Ти, конечно, хороший, когда расстаются, ти хороший. А так тебе говорять, ну, хотя бы симпатичний. Ну, симпатичний. Это не ты такой, это я такой. Нет, нет, просто я плохо вижу. Я не знаю, как на это смотреть все. Ну просто не видно, какой он там. Поговорю, что мои тебя не интересуют. А уже полчаса сидите и рассуждаете. Да покажи уже все. Сейчас в баню пойдем посмотрим.
Так, скільки ви готові витратити на новий гардероб для своєї коханої, чи радите, що треба носити? Є такий чоловік, який дає 10 тисяч на мій гардероб, я пойду туди. Ми просто робили про це тему, і коли я робила соціальне опитування на вулиці, то чоловіки майже усі казали, що готові дати на гардероб жінки 5-10 тисяч гривень. Я? Взагалі нейтрален к этому. Ну, в смысле, рады, тебе пор, тебе нет, пор. Нет, я еще, это, а он нашел прекрасное слово. Я нейтрален. Нет, я объясню свою позицию. Давай. Ну, слава богу, так сложилось, что у нее есть вкус. Угу. Ну, понятно. Да, да, да. Но меня-то она выбрала. Конечно. Нет, она выбрала симпатичный. Что-то в тебе симпатичное. Слава богу, она одевается хорошо. Вот. Поэтому рады ты? Кто сказал? А тебя? Не, ну хоть кто-то одевается хорошо. Ну ты необычно одеваешься, она тебя одевает? Она говорит, вот почисти, это лучше не надо. Вот я почисти. Хожу дома, она так говорит, лучше почисти, не надо. Почисти? Да. Вообще я считаю. Мне кажется, она тебе все время говорит, это лучше одевать не надо, но ты все равно одеваешь. Она может туда прийти в магазин и сказать, вот это померяй. Я говорю, померяй. Ты меряешь и все. А потом я меряю и не вылажу с этой одежды, даже не даю стирать. Вот хожу в грязном все время. Ну, наконец-то в баню тебя вычислил. Под Новый год хотя бы. Зря раздели, правда, надо было. Она говорит, это вещь, пожалуйста, можно? Так это бомжа. Давай, Коля. Ладно, сколько мы готовы, ты готов сколько потратить? Ні, мені здається, що чоловіки, от Коля, Юра, Вітя, вони витрачають багато на одяг і своїх дружин, і на себе. Чому мені так реально здається, що це так? В пределах розумів. Бать, це понятно, скільки потратить. Я готов платити за качество. За качество. Слава Богу, прийшло время, коли ти можеш платити за качество. Раніше не було такої можливості, знаєте? Платив. В смысле? За те, що було. Да, за те, що було. Ти приходиш на ринок, вот це клас! И ты говоришь, Турция. А тебе стыдно сказать, что сейчас мы пойдем посмотрим это соседние кабинки. Да. И ты, это Турция, это надежность, качество. Вот. И тогда платили за то, что было. А сейчас можно платить за качество. Не сильно больше, чем на картонке на рынке. Если так подумать, сколько у меня вещей, сколько у моей второй половинки, да, то я, по-моему, все трачу на это, на нее. Ну, вот так мне кажется. А у меня есть одна курточка. А какого цвета? Нормально, традиционно. Хочу хотя бы помечтать просто. Можно потрогать? Расскажи, как это, курточки. Трудно мне сказать. Заначка. Вот сказать бы, заначка есть? Вот заначка есть? Ну, давайте так. Ну, типа, у тебя Надя сама спонсирует свои покупки одежды? Ну, у нас общий бюджет. Ну, вот, ну типа, да, сколько. Не, ну вы же не приходите, у вас нет такой шкатулочки, в которую вы кладете денежку, она такая приходит. Ну, шкатулочку это вы кладете, а мы-то складываем в сундук. А у них комната специальная. Приложение как сделал, понял? Надька, возьми там 15 сантиметров. Не выбрасывай коробочку, мы здесь будем хранить нашу зарплату. Не, у меня у папы, ну, не заначка, а всегда у него есть дополнительно, ну, его, вот только его, и это только на рыбалку. И у моего сына то же самое, у него есть его деньги, которые он тратит на снасти. Вот, ну, наверное, жена сама как бы понимает там свои бюджеты, ну, типа, я, честно, мне сложно ответить, когда не было такой ситуации, я хочу вот такую вещь, ты меня проспонсируешь, да нет, ну, типа, есть деньги, там, покупай. Я когда смотрю на гардеробную комнату, я понимаю, и на свои две полочки. В общем, в которой состоит в основном из формы для тренировок. Моих футболок старых. Ну, две футболки. Нет, их очень много старых. Ну, просто им по 15. Есть футболка, которая вместе с моим сыном родилась, по большому счету, до сих пор. Я только хотел сказать, сын родился в футболке. Да. Сын родился в этой футболке. Ладно, много готовы тратить. Все нормальные мужики, нормально готовы тратить. Наверное. А подай мне, пожалуйста, я подолью себе. Да подожди, ну куда перед баней? Идем парилку попаримся, уже потом будем допивать. Пошли. Свежий, как конечно. Накачені губи, сідниці, груди, татуаж, нарощене волосся та вії. Чи подобається вам
та взагалі чоловікам. Я пам'ятаю, коли я сказала своєму чоловіку, що я хочу трохи підправити контур губ. Він почав казати мені: Катя, не дай Боже, ти це зробиш. Я висосла цю гіалуронку з своїх губ. Я би хотіла на це увидіти. Коли я зробила, і коли вони вже почали там заживати, все було нормально до форми, йому сподобалось. Він каже: ти знаєш, ну непогано. Все плюс, якщо воно в плюс і в меру. То есть, вот оно должно быть в каких-то рамках. То есть, Боженька ошибся, ты хочешь сказать, в свое время? Ну, может, Боженька, как и мне. Тюк-тюк, все. И не матом не так тюк. Так, может, вин у тебя тюк-тюк и в губы. Нет, хорошо. Хорошо, накачанные губы, это, ну, понятно, это... Ну, а нет, зато будет... Оседницы. Смотри, вот я подписался... Разная накачка. Подписался на страничку в Инстаграме. Типа, тусовка 2007 года. Вот. Ну, и мы все такие. Мы сыро ее смотрим, ну, типа пролистываем, там ностальгию. Все-таки ностальгия. 2007 год для нас это ностальгия. Понял? Для тебя это типа вчера, а для нас это ностальгия. Для вас уже детство вообще. Да. И вот там у всех такие губки, у всех одинаковые бровки. Вот так вот неинтересно. Все такие ровненькие. Да, вот. А когда оно сейчас все пошло и все красиво, ну, типа, ну реально много, кто становится симпатичнее, посмотри на звезд. Если оно в меру, то оно красиво. Если вот как у Кати. То есть сейчас модно вот эти вот брови, вот эти вот, понимаешь? Вот эти вот брови. Ну, вот эти. Когда у них так, они почему-то их причесывают, ну, сейчас, дайвневские. Типа под челочку сюда, чтобы под волосики, прямо вот сюда вот. Так нормально, плавно отсюда, плавно перетекали сюда. То есть они вот так вот делают, раз, так и челку поправляют, вот так. Ну, вообще, я считаю, все, что девушка хочет с собой сделать, если она будет считать, что она в этом красивая, ей надо так делать, чтобы... Не потому, что тебе это должно нравиться. В первую очередь, девушка должна нравиться Даниэла себе. Даниэла Версачина, она, ну, скажет тебе нет. Типа, она такая, да, я чуть-чуть. Она в ресторане взяла плохую солянку, начала солить, что она открылась и высыпалась. В общем, все, что в меру, все в норме. Все в меру, ну, как? Для всех людей все в меру, и оно будет нормально. Сейчас говорят, я в меру подхожу. Говорят, я в меру толстоват. Меру толстоват. Ох, спасибо. Говорят, слышишь, говорят сейчас, что вот эти вот все попы торчащие уже уходят в прошлое. Хотя много девчат я знаю, что за природную красу. Ну и 50 на 50. Но ты за природную красу. Ну как сказать, я косметологом пользуюсь. Ні, гіалуронку не колола, а косметологом. Да, а там губи зробити, або щось там підтяжку, або вколоти. Ні, ну мені імпланти в сідниці точно не треба, а некоторі на це все йдуть. Зараз вже... Все скромненько сейчас становится модно. Да, все трендовые. Попа сдулась, все. Ну, типа да, уже надо выкачивать из попы все, что накачали. Ну, а знаешь, почему это, ну, типа, надо выкачивать? Потому что оно уже забродило там. Ты думаешь? Ну, через время оно ж, мода меняется. Не, пацаны, это короче, надо обновлять. Это все нормально, да, типа, губы там, зроби мені бур-мур-мур. Сидницы, груди, татуаж. Татуаж, нахер вообще? Ну в смысле? Это ты не понимаешь. Это вообще сокращает время твоего ожидания девушки. Понимаешь, татуаж? Чего? Нет, нет, это вообще просто, в принципе, сокращает время. Ты представь, вот она ушла на бровки, да? Ага. И ты ее ждешь. Ага. Ты теряешь свое время. А зачем ждать? Зачем ей чекать? А так она дома встала. Да, все, вообще готово. Реснички уже готовы у нее. Стрелочки наведены, бровки наведены, все, встала, пошла. Готова полностью девушка, понимаешь? Лук не собран, ну, но она готова. Короче, пацаны, то тоді все... питання про подкаблучника уже не надо вам задавати. Все, чотко, все, ну, в смысле, Коля каблук и... Хорошо, нарощене волосся. Витёк шпилька. Так, так, мы так и подписаны на телефон. Коля каблук и Витя шпилька. Я так открываю, так пробить чувака. Коля оператор, Коля каблук, Коля каблучок. Каблучара. Витя шпилька. Притом це все у Іри, я понял. Давай. Найкоротший період між знайомством та сексом. Чи секс, а потім знайомство. Чи було таке? Ну, це Катя задає. Ну, а мені зараз цікаво просто, спочатку у чоловіків знайомство, і через одне побачення секс, чи можливо секс, а потім побачення. Як у них було? Це такий питання. От я такой... Найкоротший період між знайомством та сексом. Ну скільки? Ну, 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 ну сколько? Ну минута, ну. Ну сколько ми з Ірою зустрічались? Ну 7 місяців, да, потом свадьба. Самий коротший потом секс, да. Потом секс. Перший секс. Так, то есть питання про подкаблучників не задавали. Может, більше задати. Ні, ну скільки? Ну, ну, ну минута. Давайте на минуті, так?
Расстреляемся. Люди порно дольше выбирают. Минута — это вот как раз заставка от Порнхаба. Не, подожди, а что, лайкнуть, это что, не называется секс? Нет, это не прелюдия вообще. Это что, не секс? По-моему, два лайка это, и смайлик — это прелюдия. Два, ты можешь поставить два лайка? Конечно, могу. Может взять и забрать. Типа быстрый секс. Пошутил. Хто головний у відносинах? Хотілося б зараз сказати, що головний у відносинах завжди жінка. Ну, я тут не согласна. Але зі мною не погодяться, мені здається, багато хто. Я не соглашусь, тому що, якщо брати, наверное, лет 10 назад, я там кричала би спиной просто, що жінка. Зараз я вважаю, що це партнери. Это, мені кажется, треба розділити, хто главний у відносинах, а хто подкабучник. Холодненько. Я подумал, пошутил кто-то. Нет, просто быть главным в отношениях — это одно, а быть подкабучником — совсем другое. Я вот главный в отношениях — подкабучник. Я тоже. А я вообще главный подкабучник. Да, да, я тоже главный подкабучник. Не. Я главный каблук. Главный каблук. Да, я не подкаблучник. Танюха разрешила быть подкаблучником. Все нормально. Одобрила, сказала все четко. Ролевые игры. Так? Чи ні? Любите? Це круто. Хоч раз були у секшопі. Ну вони ж всі хочуть медсестру. Учительницю, сука. А ми хочемо брутального сантехніка чи масажиста. Тогда треба визивати Катюша масажиста домой. Брутального. Зараз Вітя подивиться це і він мені викличе. Мой єдиний поход в секшоп був. Я честно, я тот чувак, которому не продают пиво без документов. И фалос, слава богу, сегодня бабалька купила. Студенческая скотина. Взяли с собой пиво, да? Мне пиво без документов. И единственный раз, когда я был в секс-шопе, это перед мальчишником, у меня была куча заданий, и мне надо было зайти и сфоткаться с резиновым писюном. Вот мои эмоции вот такие. Понятно. А вообще, вот, и ты понимаешь, насколько... Настоящими фотографии булы. Да, вот, я как бы, наверное, чуть тоже зацепил это время. Мне стыдно еще туда заходить. Стыдно заходить в секс-шоп? Для себя, да, вот. И это стыдно для меня еще, да. И я зашел, я понимаю, что я... Это, а прикинь, насколько перед стыдно. Перед свадьбой уже туда захожу, перед свадьбой. А все равно еще было стыдно. Вот это был мой единственный. Потому что не было сейчас секса до свадьбы, поэтому пиздец, стыдно было. Сейчас-то я уже двери пах открываю. Пах! Мне той! Нет, сюда. Я просто подумал, когда вы сказали про ролевые игры, я подумал про мою учебу в школе актерского мастерства Примхат. Порнхат. Порнхат. Это Порнхат! Ну, не верю! Но, коли ти був студент, була знатка. Був ли ти хоч раз сантехніком брутальним каким-нибудь? Ну, стереотипним. Я вчора ванну чистив. Забилось. І я такой захожу... Это завело? Это Юра завело вообще? Захожу. Заслужив? А, ну нет. Ну, такі от у нас ролевые игры. Я типа стиралку прийшов, ремонтував. Так що, а вона гола стоїть, да? Ні, отремонтував і задолбався, лік спати. Ну, відповідаючи на питання, чи спимо ми під час. Були ли ролевые игры? Були ли... В принципі... Я, якщо чесно, в твоїй шляпі, думаю, що були. Ти грав какого-то молодого хлопчика? Молодого хлопця, я грав. Ні, ну, ребята, що зробив з нами 20-й год, це така нормальна рольова ігра, я вважаю. Просто во всі щелі. Так, коли прогулюєтеся з коханою, то можете дивитися на інших жінок? Ну, це питання. Це не розрішення? Це не розрішення, так. Да. Коли прогулюєтеся з коханою, то можете дивитися на жінок? Тут все залежить, які у тебе відносини, як по мені. Тут все залежить... Я вважаю... Замітила вона чи ні, що не смотрить, на когось другого? Я вважаю, це дуже цікаво пообсуждати. Конечно, у мене це взагалі нормально було завжди. Тому, коли хтось йде, і ти такий... Вот это рыбка-то попалась! Да. И диалога на три квартала хватает. Я, да, поэтому я считаю, что под этим прикрытием можно смотреть. А, то есть, а тебе не задают вопрос, что ты ее хочешь? Что ты о ней все время говоришь, что три квартала? Такого не говорят? Три квартала хочу, да.
Я, у меня сломалось все, я не знал, что такие вопросы просто можно задавать. Я их не слышу. Колян, короче, нагули аппетит, а халаты все равно приходит. О, да, мадам, ой, это чест, вообще. Подай, Сарку! На що звертають одразу чоловіки увагу? Розум чи зовнішність? Розум чи зовнішність? Ні, ну, але ж на лбу не написано умне, а не умне. Мені здається, що вони дивляться на зовнішність. А потім якщо їм подобається зовнішність, вони починають говорити з дівчиною. Якщо дівчина починає говорити дурню, вони кажуть: "О, ні, з ким я говорю?" А якщо вона ще й розумна, ну, дівчина... Ну, вони беруть і вбігають, повір. Ну, одразу. Нет, ну, учитывая опыт такой мой, то очень часто обращаешь внимание на внешность, и может закончиться общение сразу после того, как начинаешь. Вот, вот, вот внешность ничего не стоит без... без ума. Да. Вот. Не, ну, вы ж не ожидаете, типа, иди девочка двухметрового роста с такими... вся така і підходить до вас. А квантова механіка в 19 веці Белорус. Ні, ви ж не ви, типа, ожидаєте, ну, що вообще, вона подійде. А де тут айфон можна купити 13-й? Ні, коли так підходить нічого, коли говорить, ти можеш мені купити айфон 13-й? А коли на двохметрового роста, ти реально можеш. Ні, вона підходить і каже: ти можеш і купити 12-й. І навіть взагалі, ти кажеш, ти хочеш купити. А айфон – це хороший подарок на Новий рік? Айфон? Взагалі, телефон на Новий рік – це такий моветон. А ви речі дарили взагалі на Новий рік? Тобто ти так оправдуєш своє нежелання дарити на дівчину? Ні, ну, звісно, дарив, і телефони дарив, і речі дарив. Ні, на самом деле телефон дарив. Вже за стільки років, вже за стільки нових років, вже можна було передарити все, що угодно. Ну, все можна було подарити. Так що ж ти нічого не подарив, собака? Мені стидно, вияснення журналу. Все можна було подарити, ну. Ну, мені стидно нічого не дарити. Мені стидно зараз. Подари тоді поздравлення нашій статті. Да. Думаю о том, что это был на самом деле тяжелый год, и надеюсь, что больше таких тяжелых годов в нашей жизни не будет. И 21-й это старт чего-то нового, прекрасного, красивого, и всем будет телезрительный сам. Нас же смотрят девушки. Ну, конечно. Конечно, только девушки. Надеюсь, да. Хотел бы пожелать, что... И дети. Что и красоты, и ума, и... чого ще там, не біться, а скали, или біться. І хай ваші чоловіки будуть трішечки під каблучниками, так як ці два. Ти просто зарвало у мене з язика. Мій найлюбіший тост – це пускай любое событие, которое на даний момент хороше или плохое, пускай оно будет самым плохим в вашей жизни. Вот пускай этот год будет самым плохим в вашей жизни. Не умирать, в смысле, а все вам хорошо. Спасибо, Коля. Ох. Давайте. Хорошо сказали, пацаны. Ну, с Новым годом. Три точки G вас поздравляют с Новым годом. И мы. С Новым роком! Ура!